В Московской области в систему «Безопасный регион» за 5 лет было интегрировано более 50 тысяч видеокамер. С помощью видеонаблюдения удалось раскрыть свыше 2500 преступлений, 49 тысяч правонарушений. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что развитие системы «Безопасный регион» на территории муниципалитета идет хорошими темпами. Кроме помощи в поимке преступников, система выполняет параллельную задачу профилактики совершения преступлений и правонарушений. Там, где есть видеокамеры, как правило, злоумышленники не нарушают закон.